Учащиеся Федоровского района отметили День Республики в необычном формате. В преддверии национального праздника мероприятие объединило 6 школ со всего района. Воркшоп был составлен из разных этапов и мастер-классов. Каждый участник смог показать свои навыки и таланты. Подробнее в следующем сюжете. Девятиклассница Тамирис Кинжибаева сегодня с особым трепетом замешивает и раскатывает тесто на бешбармак. Традиционное казахское национальное блюдо на сегодня готовит под пристальным вниманием опытных хозяюшек. Сегодня Тамирис принимает участие в мастер-классе по приготовлению теста. Мне очень понравился мастер-класс. Во-первых, мы играли в игру. Мне очень понравилось. Далее мы пошли готовить бешбармак. Также очень классно, ведь развивается моторика рук. Также мы учимся готовить бешбармак. И вообще процесс мне очень понравился. Вообще трудностей не было. Тесто легко замешивать. Так все хорошо. Пока будущие хозяйки раскатывали тесто в столовой, юноши играли в национальные игры. Школьники принимали активное участие в спортивных состязаниях. Артем Закутни играет в футбол на протяжении 2 лет. Но сегодня, в преддверии праздника, решил впервые попробовать свои силы в игре «Асахату». Первый этап мне очень понравился. Было очень весело. Мы собирали слова. У каждого была своя буква, и нужно было выходить и собрать слово. Мне понравилось, что здесь нужна меткость, сила и умение кинуть его. Организаторы отметили, что на воркшоп участники приехали со всего района. Собравшимся показали мастер-класс опытные наставники. Наши мастера, которые мастер-класс показывают, это Влад со школы здесь. Он сам является мастером спорта международного класса по асы-кату. Многократно тоже призер области, победитель республиканских спартакиад и так далее. Вот. А по казахшаку мастер-класс это был Аблай тоже. Ну и, соответственно, я как в прошлом немножко тоже был причастен, можно сказать, к этому. Вот. Аблай тоже у нас победитель и призер неоднократно районных, областных соревнований. Абсолютной категории неоднократно победитель на уровне именно районного уровня. У нас участвует около 30 человек с разных школ, с поселков, с дальних поселков есть, с дальних округов. Школьники демонстрировали свои навыки в танцевальном искусстве. К слову, сегодня они исполнили казахский национальный танец «Каражорга». Со сцены прозвучали вокальные номера. Каждый выступающий был по-своему уникален и грациозен. Школьники, принимавшие участие в воркшопе, были награждены специальными сертификатами. Каждый коллектив школы был удостоен специального приза. Сегодняшнее мероприятие неспроста выбраны данные виды мастер-классов, так как кто, если не вы, наше будущее, если вы не будете помнить нашу культуру, наши традиции, наши блюда, наши культурные номера, да, наши песни, самобытность, также наши спортивные мероприятия, наши спортивные состязания, игры. Мы не сможем это перенести в наше будущее и передать дальше. Поэтому именно сегодня, именно для вас были проведены эти мастер-классы. Я надеюсь, что вам понравилось. Такое мероприятие, уверенные организаторы, способствует укреплению чувства патриотизма, возрождению традиций и изучению истории края. В будущем воркшоп патриотов планируют сделать традиционным мероприятием в районе. Амирлан Байгонес, Гулим Кажым Кызы, Алексей Руденко, телеканал Костанай.